Два часа назад был уничтожен город Сапфир. Вместе с шахтером, который смог ограбить банк, выбраться из тюрьмы, уничтожить лучшего киллера и так далее. А сейчас реклама. Увидимся через 5 минут. Наконец-то я здесь. Так, чё, охраняйте? Так, молодцы, молодцы. Продолжайте охранять дальше. Так, надо багаж взять. Какой тяжелый. Все, ладно, сюда положу. Так, все, теперь можно и поесть. Ха-ха-ха. Так. Надо будет что-нибудь взять со стола. О, пиццу. Так, ам-ням-ням-ням. Хотя нет, тут пирожок есть. Так, ладно, чего еще бы взять? Так, пиццу точно, пицца. Ам-ням-ням. Все, да, вкусно. Надо будет еще чемоданы вынести. Наконец-то я выброси из этого дурацкого города. Теперь здесь можно все разнести. Что тут за ограда такая? Так, давай. Все. Наконец-то. Так, вот я здесь. Не понял, ты кто такой? Можете меня, пожалуйста, пустить в этот гараж? Нет. Ну, вы сами напросились. Получайте, получайте. Эй, он по нам стреляет. Доставай пушку. Сейчас мы его прогоним. Да, сейчас мы его прогоним. Вы лучше меня пустите. Нет, мы тебя не пустим, да? Да, не пустим. Ну, сами напросились. Получайте. Ага. Давайте, давайте, получайте. Ага. Получите, получите. Давай, давай. Стреляем по этому шахтеру. Так, давай, давай. Прицелься на него, прицелься. Я целюсь, целюсь, не попадаю. Ой, у меня, кажется, патроны закончились. Получай, получай, шахтер, получай. Почему я в него не попадаю? Ой, у меня, кажется, тоже патроны закончились. Что мне делать? Надо было меня сразу впустить. Ладно, пойду в этот гараж. Так, вроде я в гараже. Ой, не понял, ты кто такой? Получай, получай, получай. Нати, 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 нати. Получай. Так, тут никого нет. Что-то я думаю, что это ловушка. Еда стоит. Ладно, и как раз таки хочу поесть. Так что, да, лучше я поем. Подкреплюсь немножко. А еда тут очень вкусно пахнет. Отлично. Оружие здесь. Ладно, я потом что-нибудь съем. А сейчас мне надо вооружиться, потому что у меня патроны кончаются. Вот эта вот пушечка подойдет. Как раз таки на ней патронов много. Так, да, вроде чемоданы забрал, отлично. Не понял, кто что тут поломал? Не понял. Это тот самый шахтер. Ты что сделал? Ты что тут делаешь? Кто такой? Ты вообще выбрался из города Сапфира? Почему ты сбежал с этой работой? Ты вообще это понимаешь? Я тебя в тюрьму посажу. В тюрьму? Да не хватай, ты не хочешь, чтобы ты не сбежал. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты это понимаешь? Понимаешь? Ладно, когда тебя прямо сейчас уничтожу, не буду ни в какую тюрьму сажать. Ты еще сбежишь, как в прошлый раз. Ай, больно. Ты что делаешь? Ах ты ж. Ну я тебя сейчас догоню. Хотя ладно, возьму это оружие. Целюсь. Получай, получай. Чё это я в него не попадаю? Даже с прицела. Получай, получай. Сдавайся лучше по-хорошему. Нет, мы, шахтеры, никогда не сдаемся. Тебе придется сдаться.
чтобы ты выжил с этой дуэли. Нет, я это подберу тут бронежилет и тебя уничтожу. Не уничтожишь ты меня. Хотя стоп, патроны. Хотя нет, патроны не кончаются. Патроны кончились. Ну вот и все. Наконец-то я его победил. Теперь можно спокойно покупать дом и уезжать отсюда. Ха-ха. Все, наконец-то я победил всех злодеев. Ха-ха-ха. Отлично. Ну все. Можно убирать оружие и ехать на этом байке. Только в какой я город поеду? Ай, ладно, поеду в какой-нибудь город и куплю себе дом. Деньги-то у меня сохранились. Хе-хе. Ну что ж, вот и пришел конец моим приключениям.